Презентация игровой формы – знаковое событие в жизни любой команды. В этом году клуб представил новую форму с крыши завода «Кристалл». На презентацию пришло около сотни гостей, среди которых были и болельщики, и журналисты, и легендарные игроки «Локомотива». По традиции все началось с конкурса. Целью было поднять всем настроение шутками и подарками. А после состоялось главное событие вечера – демонстрация новых комплектов формы. Новые комплекты формы – это комбинация трех эластичных материалов, прошедших множество тестов за последние несколько лет. Инновационная ткань Adizero создана для того, чтобы атлеты чувствовали комфорт и прохладу даже в самые острые моменты матча. Основной комплект формы на сезон 2016-2017 выполнен в традиционных красно-зеленых цветах. Однако впервые в истории клуба футболка главного комплекта стала зеленой! В том году была зеленая форма гостевой, и все, по-моему, для футболистов она была любимой. А в этом году Adidas сделал ее номер один, и ну, футболистам она очень понравилась. Дизайн, мне кажется, немножко как-то улучшили, может быть. В зеленой форме вот эти полоски, они такие, дают свою оригинальность. Зеленая как-то сразу бросилась в глаза. Сейчас домашняя, то есть, думаю, главное, чтобы также остались с ней победы, а так форма шикарная. Дизайнеры и маркетологи «Локомотива» сработали идеально. Маркетологи «Локомотива» здорово сработали не только с формой, но и с организацией самого мероприятия. Настольный футбол с Гилермо и Мирончуком, чудесный фуршет и, конечно, новая форма в подарок. Причем, что важно, она оказалась не только красивой, но и удобной. По моим ощущениям, она с каждым годом все легче и легче, комфортнее, в дырочку какую-то вот дышится, тело дышит. А когда услышал, из чего она состоит, там, из каких тканей, там, у меня уши завернулись, то есть там все настолько высококлассно, форма супер. Во-первых, самое главное, чтобы ребятам было удобно играть, я вот спросил, что, в принципе, сидит майка удобно, комфортно двигаться, бегать. Во-вторых, чтобы она не рвалась, как вот мы видим, на чемпионате Европы было, да? В Швейцарии, да. Там за одну игру три футболки порвалось. Так что, конечно, самое главное качество. В заключительной части мероприятия состоялись автограф и фотосессии. У болельщиков появилась возможность пообщаться со своими кумирами. Подобный позитивный заряд для всех участников, пожалуй, главный итог вечера. Новая форма действительно удалась, но, как верно заметил Руслан Пименов, не это главное. Вы знаете, когда первый раз дали форму «Локомотива», мне без разницы была, она какая, лишь бы получить было, это было уже заветное. Самое важное – это команда хорошо играет. Форма – это только один маленький деталь. Самое главное, чтобы эта форма стала фартовой, и наша команда побеждала.